Ребят, всем привет, это Ваза Барахолка, давно нас не было в эфире, ничего мы не показывали, не рассказывали, но у нас был переезд, куча всего нового произошло, поэтому пока не до этого было, но сейчас есть несколько идей для новых видео, но пока записываем по мере необходимости. Сегодня речь пройдет про никому не интересную тему, кроме единиц, это про бампера 2114, а именно про рамки противотуманных фар. Сам я когда искал информацию, информации вообще ноль. И так как информации ноль, решил внести ясность, так как заказал я все эти рамки и понял, что они отличаются, и теперь, надеюсь, наши клиенты не будут мучиться по этому поводу. Суть в чем? Есть три вида противотуманных рамок, точнее рамок для противотуманных фар. То есть сами-то противотуманки, они все одинаковые. И вроде бы рамки, на ширик вот включу, рамки тоже вроде бы все одинаковые. Еще хуже то, что у всех у них одинаковый артикул. То есть, если вы просмотрите артикул, то вот этот только будет отличаться тем, что здесь есть двадцатка в конце. А так, что здесь на вот этой рамке с четырьмя клипсами? Что здесь? Артикул будет одинаковый. И, собственно, в чем-то отличие? Отличие в количестве клипс, которые на них есть, то есть как бы креплений. Первый вид противотуманок здесь, если посчитать, присутствует 7 клипс, и внизу, как видим, 2 клипса. Здесь внизу 3 клипсы, и в общей сложности всего 10. И последний вид – это 4 клипса. Если вы берете бампер обычный, вот фирма Компласт делает бампера. С чем это все связано? Разные фирмы делают там в Сызрани бампера, и каждый из них делает свои крепления. То есть я беру рамку на 4 клипса, вставляю сюда, она не подходит. Соответственно, она ни сюда не встанет. Хуже еще то, что я возьму даже другую, которая на 10 клипс. Она вот как раз таки сюда почти подходит, но вот это крепление будет мешать. Поэтому ребята многие пишут, я вот подрезал одно крепление, либо здесь сделать можно отверстие. И вот эта рамка, если ее чуть-чуть подточить, худо-бедно встает. Но лучше всего сюда становит рамка на 7 клипс. Вот. И она сюда, чикс, идеально сюда вот утонет. Но не буду, потому что ее тяжело потом доставать. Если приглядеться, то видно, что они реально чуть-чуть разные все по форме. Так, подведем итог. Рамки делятся на 3 вида. Есть на 4 клипсы, на 7. То есть вот считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на 10 клипс, соответственно. Все они не взаимозаменяемы. То есть без переделок они не подойдут. Вот эти две еще можно там отломать крепление, подточить, и она залезет. Если у вас на 4 клипса, то она точно не подойдет. То есть она подходит именно в свой бампер. Поэтому прежде чем делать заказ, подойдите к своему бамперу, посмотрите внимательно на количество отверстий, на крепление, и закажите такую, как именно вам нужна. Потому что если вы просто закажете по коду, то есть вот этот код, например, здесь хорошо видно, то код у них у всех одинаковый. Вот по этому коду, если вы будете заказывать, то все вам придет одинаково. Просто даже не одинаково, а, грубо говоря, наугад. Как-то так. С вами была Ваза Барахолка. Пишите какие-то пожелания. И все эти рамки можно заказать у нас на ВБ. Так что ссылку оставлю в описании.